Приветствую вас, вам для начала нужно сформировать свой запрос. То есть, вам нужно определить, с чем именно вы хотите, чтобы мы вам помогли, собственно говоря, конкретно. То есть, вы говорите, помогите, да, но... Что это имеется в виду? Знаете? Помочь в чем? Помочь как? Помочь чтобы что? Какая у вас цель? Знаете, вы просто написали текст, вы озвучили ситуацию, вы пожаловались нам, грубо говоря, но не сформировали вопрос. Что хотите? Если хотите избавиться от этого, это одно, если вам нужно адаптироваться в обществе, в социуме, вот с такой позиции, да, какая у вас, это немножко другое. То есть, чего вы хотите, это первое. Второе, судя по... Потому что вы описываете, судя по, так сказать, описанию, да, а вы описываете такое, знаете, несколько депрессивное состояние, ну, то есть, подавленное состояние, когда вся жизнь, как бы, да, крутится у вас внутри, в себе, и почти ничего не выходит. То есть вы никак не отреагируете на то, что чувствуете. Вот. То есть все это копится внутри вас. А плюс, в вашей текущей жизни, вот именно, ну, именно в настоящей жизни, которая сейчас у вас, она явно не блещет какими-то изысками в плане эмоций, в плане чувств, в плане переживаний и так далее. Вот. Я, конечно, могу ошибаться, вот, но мне кажется именно так. Ну и, соответственно, несложно догадаться, что значит, ну, несложно догадаться, что основная работа здесь, это именно по раскрытию вот, того, что вам хочется, раскрытию ваших желаний и, ну, скажем так, адекватная их реализация. Это вот то, что я могу вам сказать, да, это то, что мне вот видится. То, что вы как бы зависаете в прошлом, да, у этого тоже есть свои причины, безусловно. Потому что в прошлом вам комфортнее, в прошлом вам привычнее, а в прошлом вам безопаснее. Вот. А в реальном мире
все куда менее безопаснее, все куда более, ну, тяжелее может быть. Вот, и соответственно, по этой причине вы предпочитаете уходить именно, значит, ну, именно в прошлое. Вот. А ваши неожиданные всплески эмоций, на мой взгляд, связаны именно с невыражением чувств. То есть, выражая вы свои чувства лучше, выражая вы свои чувства, ну, более активно, вот. А проблема, мне кажется, у вас было бы гораздо меньше. Вот. А значит, это вот то, что я хотел вам сказать. Вот. Конечно, нужна работа по раскрытию вас, по раскрытию ваших сложностей, вот, по раскрытию ваших проблем, вот, безусловно. Тут все зависит от того, насколько вы готовы работать с психологом, вот, готовы ли вы работать. Соответственно, если да, то вам можно помочь, вот. Если нет, то, соответственно, давать какие-либо рекомендации здесь опасно, потому что полной картины ситуации нет. Я рекомендовал бы вам подумать над тем, чего вам хочется. Ну, просто. Просто, что хочется. Что бы вы хотели вообще. Что вам, ну, чего вам не хватает. Вот. И примерно с этих моментов, да, то есть именно вот моментов, чего вам хочется, значит, начинать. Вот. Это, в принципе, то, что вам можно порекомендовать, именно исходя из того, что вы, значит, написали. Вот. На этом, в принципе, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи!